Коли нельга самоизоляваться, застается просто больше осторожно поводить себе у повседневном житии. Например, по час вымышленных поездок. Не все могут дозволить себе уластный автомобиль. Большинство людей користается громадским транспортом. Два месяца тому мы уже сдымали сюжет об дезинфекции автобусов. За этот час Аблаутотранс ввел додатковые методы опрацовки. Что изменилось в сюжете Марины Джалай. Валентина Дашковская приехала в Гомель с Бобруйска до сестры. Кажа, вымушена была. Инакше не подвергала в себе такой рызыцы. И усіх закликая по махшимости быть дома. А коли приходится выезжать, не гребовать правилами, якія існують зараз для усіх. Вось на уваходе у автовокзал антисептик. Это так само клопот об безпеці пассажиров. Важно мимо не проходить. Я с собой ношу антисептик. Он стоит у меня все с собой здесь. Повязку не снимаю. И на работе я еще работаю. И на работе нас строго и дом, большие баллоны тоже на работе все стоит, это обрабатывается. И стараюсь на выходных уехать от деревни. Колькость пассажиров до билетных касс и у зале чекания автовокзала значно зменшилась. Звичайно, тут у разгар дачного сезона их было вельми шмат. Але для тех, кто все ж таки користается межгородним транспортом, а так само для самих работников предугледжены усе махчимые меры безпеки. Нашими сотрудниками производится с периодичностью каждые 2 часа обработка общественных мест. Постоянно производится обработка служебных помещений. Сотрудниками автовокзала регулярно проводятся осмотры транспортных средств, находящихся на автовокзале, на предмет наличия ДЭС-средств для обработки салонов, на предмет наличия у водителей перчаток, на предмет наличия у водителей масок. И также регулярно проверяем отметки о контроле за обработкой салонов в ведомостях по ДЭС-обработке. Колькость пригородных маршрутов Гомель Аблаутотранс снизил. Припынены рейсы по 21, зараз автобусы курсируют по 64. Маршруты по Гомеле, их 82, застались усе, але по некоторых скоротили колькость рейсов. Пассажиропоток поменьшился прикладно на 30%. Неглядячи на гэта, меры профилактики наоборот узмацнили. Цивились мобильные бригады, якія проводят дезинфекцию на стоянках автобусов, коли перапынок помеж рейсами складая у их не меньше полгодины. Каб дезинфекующий раствор поспел высохнуть, а салон проветриться. С начала мая для усиления проведения дезинфекционных мероприятий мы создали мобильные группы, которые на сегодняшний день обрабатывают наш пассажирский транспорт на конечных остановках при длительном отстое. Также автобусы у нас обрабатываются в парке при проведении ежедневных уборочно-моечных работ. Каб минимизовать ризику захворить на коронавирус, важно взаимодействие. Опрацовка транспорту – это вельми добро, але не меньше важно, каб люди так само проявляли усвядомленность. Ездить у транспорте треба у масках и пальчатках, и лепш пропустить переполненный автобус, чем дыхать один одному в спину. Каб не шкодовать завтра, лепш робить все, что залежит от каждого из нас сегодня. Марина Джала, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».